понятно, что это устрицы, мидии какие-то. Какой-то сеафуд. Креветки у нас 7,35 стоит. А эти стоят 14,75. Эти здоровые. И нет, эти тоже здоровые. В общем, не совсем тут ясно. А вот смотрите, вот эти штуки какие. Это, видать, одна штука стоит 17 евро. Вот, мидии стоит 6,95. Вроде килограмм, да. 7 евро килограмм. Огромные креветки. Вот эти вот какие-то раки или... Я не знаю, что это такое. Вот, тоже креветки. 7 евро. Рыба такая. 7 евро килограмм вроде стоит. Или... Нет, 5 евро килограмм вот эта рыба стоит. И вот цены здесь на острове Тенерифе. Это мы сейчас находимся рядом с нашей деревней, которая называется Атого. К сожалению, не знаю, как этот городок называется, но все здесь вместе рядом. Рядом город здесь, Санта-Крус еще есть. Вот сыры. Цены 7, 10, 9. Очень большое количество разных сыров, как видите. И в данный момент здесь так немножко пахнет, можно даже сказать, воняет некоторыми сырами, которые такие вонючие. Вот они вот здесь, которые лежат. Вот этими, скорее всего, по 13 евро. Вот эти тоже, эти уже вообще с Первой мировой, кажется, остался вот этот кусок. Разные колбасы. Оферта, это значит оферта, типа скидка, акция, типа такого. Вот. Дела. Здесь тоже колбасы, молбасы. Его цены. 4 евро килограмм, 3,60 килограмм, 5 евро килограмм. Разные. Очень большое количество. Вот это 10 евро килограмм стоит. 9,49. Его дела. Так, что, друзья, находимся в этом, в Испании, на Канарских островах. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.